числе по животному миру. И у Армана есть такая выкладка по животным, начиная от львов, заканчивая там, я не знаю, тарантулами. И движение его от slow-motion, замедленного, до очень быстрого, как тетраферная съемка, и легло в основу движения пришельцев. Он играет за одного из инопланетян, ну, он бегает по своей студии, где-то у него разложены маты, там он падает, начинает что-то бить. Дико смешно, с трубами пластиковыми. Hi, my name's Dave Whitehead. I'm a sound designer based in New Zealand. I've worked on such films as District 9, The Hobbit, Elysium, Chappie. And now I get to work on a film with Fedor Bondarchuk. It's his latest film called Attraction. Самых сложных сцен у нас в фильме это финальная, собственно, мы называем это финальная битва рядом с тарелкой, когда там пришельцы дерутся и наши главные герои там бьются. Снимали мы в большом синем павильоне. В этом смысле спасибо даже одному из героев, который совершенно потрясающе отыграл, потому что перед ним никого не было. Он играл с пустым местом, но вот мы сейчас работаем, вставляя туда пришельца.